приехали грузиться. Мужчины все абсолютно счастливы. Да, мужчины? Да. Особенно вот этот мужчина, да? Они, кстати, аккуратненько сложены там все. Еще пока нет. Мы это отходим из порта. Из порта. А-а-а. Забыли ухваты. Ну что, в добрый путь, с боженькой. Вот турист, интурист. Нет, мы таких не возим. Это наш парень. Это наш парень. Дядя Михалыч там. Ладно, вот мы уехали. Два слова. Два слова. Два слова. Хорошо, Александр. Всем приятного аппетита. А какого аппетита? Кушайте на здоровье. Дороги нам хорошей. Вот. И я скажу, наконец-то мы дождались. Хорошие нам дороги. Ну и веселье безграничного. Пока, северный. Там у нас прицепление. Мы тоже после вахты, так что проехали в Емис. Проехали, да? Емис проехали. Нас вагнеровец пропускает. Да, работать не пройти, да. У тебя свободна одна рука? Конечно. Включение продолжается, карбюратор поменяли, но вот отъехали 10 метров и порвали цепь. Ну я это самое. Лучше сейчас, как потом. Это же верно. Вот мы приехали где-то, фиг знает, час, наверное, да? Всему-то, да. Да. И полтора часа мы заводились. Сначала меняли карбюратор, потом порвалась цепь, цепь меняли.
потом подстроили карбюратор. Потом карбюратор подстраивали. Короче, с Божьей помощью полтретьего пытаемся ехать. Уже не рискуем. За ребятами едем. Тут вот Саша едет специально медленно. Хочет всем показать, что прошли дожди. Но мы прекрасного присутствия духа не теряем. Вообще нам все пофигу. Нас ждет целая неделя. Да. Нас встречает рассветом Нелинга. Нас утро встречает рассветом. Мы проголодались. Пьем чай, едим колбасу. Техника. Техника на месте. Техника на месте. Техника на месте. Погода шепчет. Птички поют. Мы у Мишки заняли выпить. Это дорога на Климушино. А все дороги ведут в одно место. Мне предлагают выпить чайку. Да. Ну, греться, да, приходится. Согреться. Показываю ноги Виталькины не просто так, не потому что они красивые, а потому что они холодные. Очень холодные. Ловили, у нас есть, я есть замерз. Смотрел, там, в этих, кстати, да. Во всех этих пайках сидите, вот их вот такие толстые. А вы видели, что мы чай запивали? Андрюха, бесплатное приложение к замерзающему Виталику. Не понимает почему. А я вот в одних. А вы в пайках вообще сидите в море, блин. Вот сейчас светло уже. Это было ночью. Просто перекурить. Днем-то уже, когда мы... А Андрюха снимает видео. Да, вот мы на Межном. Эти приняли. Ой, голубенькие мои. Что стоим, качаясь? Белая рябина. Это не с морса так. Морс чё? Морс. А это беленькую называется. Это и огурчик. Едем хорошо, но холодно, мать его. Плюс два слоя. Они хорошо. Пар в банке. Мы когда ехали, вот сейчас думаю, что звенит. Шарики звенят. Шарики звенят. Да, это Михалыч, а там забряка. А нам всем добра. Вот, доехали до Андрея. Оп! Ну что ты, что, блин, ну что ж я хотел... Что, посмотри? Я хотел руку подать. А что, давай тебе же руку-то подавать. Да, это же не в том. Снимай. Так. Уйди. Он вообще на руки хотел. А что у него так все получается хорошо? Китаец, просто китаец. Ну вот, приехали. Вот и Дулов, товарищи. Да нет, этого еще я не знаю. Прямо это самое. Что там делаешь? А? Спасибо. Приехали к нам. Там проезжаем, Андрюх. Ай. Проезжаем? Приезжаем. Чудак. Поплем прицеп туда. Да все, уедем туда все. Вы езжайте первую, мы за вами потихоньку. Только не отрывайте сильно. Просто не было бы убегать, да? Первая уже была. Я говорил, что второй это самое. Какую-то банку возвращает. На, Саня. Сань. Босился. Виталик попа у меня оттряс. Сейчас. Я свихнул. Держу. А, пошевелил. Время 5:30 утра, мы в Павловской. Добрались без приключений, дорога хорошая. Немножко лужи, но они ничего. Сейчас выйдет Андрюха, принесет нам закуску. И мы продолжим. Это шмель. Пьяный шмель. Еще раз шмель.
Что поделаешь? Да. Мы в Павловской. Всем привет. Это пьяный шмель. Это шмель. Прилетел, да, все-таки прилетел. Какой-то странный у вас здесь хмель летает. Подходи, подходи, шмель третий. Где Виталик? Вот Палыч, он. Палыч, привет. Вовка, тетя Люся, Костя. Какой-то хмель у вас тут странный летает. Да. Да, мы в Павловской. Когда еще такое будет? Нектар. Идет Андрюша. Поэтому летаю. Несет нам что-то вкусное. О-о-о. Мишка там что-то... Банку на банку. Что-то достает. Мишка что-то достает. Ну вот мы. Добрались. Ура. Там Саня подъезжает. Еще маленькая. Хорош. А мы куда удаем? Ура! Господи! Виталий, ты геройский мужик, молодец. Спасибо. Нелинга в сердце моем. А вот и наш доблестный командир подводной лодки. Для прям удобной. Комбат. Да, стой. Вот ради чего мы сюда ехали. Да, она в нашем сердце. Туалет на месте. Так. Торжественному поднятию флага остановись. По росту можно и без роста. Откуда росту там взят? Сезон летний. 2023 летний? Год. Май месяц на дворе. Лето. Ага. Когда ехали сюда ночью, было не лето, а сейчас лето. Было не минус, было два в плюсе. Так, поехали. Есть? Дальше текст. Построились? Так точно. Равняйсь. Смирно. На знамя, не на знамя, поднимаем флаг. Трепещу! Союз нерушимых республик свободных плодила навеки великая Русь. Так здравствуй, созданный волей народа, великий, могучий Советский Союз. Славься, Отечество, наше народное, дружбы народов, надежный оплот. Подвига Ленина, сила народная, нас даже звук коммунизма ревет. Вольно! О, Господи. Национальная традиция. Под 60 лет, мужика. Го, простой пидё. Неделю не меньше.